Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас сегодня на таком замечательном событии, таком фритовом концерте, который, я думаю, у всех останется надолго в памяти. А, как всегда, знаете, бывает очень неожиданно и приятно, когда рождается какой-то проект, так как родился проект фестиваля «Мастера Пикколо», на котором вы сегодня присутствуете. Всегда приятно, когда это происходит спонтанно, когда возникает идея, эта идея попадает в нужное русло, и тут же и сама идея, и сам проект обретает вот такие реальные черты. Мы уже проводили здесь два мастер-класса, выставку «Флейт», и сегодня, по сути, такое торжественное, можно сказать, да, торжественная часть, концертная часть этого фестиваля. Я не могу не сказать о том, что этот фестиваль никогда бы не состоялся, если бы не моя коллега Варвара Мистюкова, которая здесь сейчас находится рядом со мной, поскольку идея исходила от нее. И мне, как проректору по учебной работе Академии Гнесиных, было очень приятно эту идею поддержать, так как действительно, сейчас, наверное, очень важно и нужно, чтобы мы с вами вот в такой форме, творческой форме, имели возможность общаться, встречаться, чтобы вы могли слушать хорошую музыку, хороших исполнителей. Я не буду больше ничего говорить, я сейчас представлю слово Варваре Мистюковой. Давайте мы ей поаплодируем, поскольку это не будет. Собственно, она и будет вести дальше концерт. Для нашего фестиваля. Были замечательные мастер-классы, было очень много слушателей, были и школьники, и студенты, и взрослые маститые флейтисты. Это безумно приятно. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто сегодня пришел. Вот. И мы начинаем наш торжественный концерт. Антонио Вивальди. Концерт для флейты пикколо с оркестром ля минор в трех частях. Аллегро, Ларгетто и Аллегро. Исполняет заслуженный артист России Владимир Шемиданов. Партия фортепиано Ирина Журавель.
нефти, бушующий океан. Исполняет учащиеся детской музыкальной школы имени Ипполитова Иванова София Чечек. Класс преподавателя Елена Владимировна Исаева. Партия фортепиано Ольга Берн.
для флейты пикколо и фортепиано в 4 частях. Смена планов, в старинном стиле, банальность, цыпленок. Исполняет Станислав Михайловский, партия фортепиано, Вера Алмазова.
Скерцо для флейты и фортепиано, транскрипция для флейты пикколо. Исполняет Диана Лутакова, партия фортепиано Андрей Стукалов. Герман Пифтинг, «Птицы».
Трио для флейты пикколо, флейты и альтовой флейты в трех частях. Песня птицы, полет, путешествие. Исполняют Варвара Мистюкова, Мария Урыбина и Святослав Голубенко.
Евгений Магалиф, Калибри, для флейты и струнного оркестра. Версия для флейты пикколо, трех флейт, альтовой флейте и басовой флейте. Исполняет российский ансамбль флейт The Grand Flute Ensemble в составе Святослав Голубенко, Ирина Еленевская, Елена Зубович, Анастасия Козлова, Анна Махова, Варвара Мистюхова, Мария Курыбина. Солист, заслуженный артист России Владимир Шамиданов.
15 минут.
Начинаем второе отделение самоцветов. Жанр жены, порхающий птиц для двух пикала. Исполняют Анастасия Канеева и Станислав Михайловский. Партия фортепиано Георгий Федоров.
Thank you.
для флейты пикколо и фортепиано в трех частях. Живо, нежно, огненно. Исполняет Лев Павицкий, партия фортепиано Вера Алмазова. Thank you.
Трио, альта и фортепиано в четырех частях. Модерато, скерцо, аннато транквилло, аллегро вивачи. Исполняют Анастасия Конеева, Дмитрий Ступишин, Георгий Федоров. Thank you.
нашему концу. Спасибо вам огромное за желание послушать флейту Пикколо, за терпение. Надеюсь, что нам удастся в следующем году еще раз встретиться в этом же зале, на этом же месте. Спасибо большое. До новых встреч.